А я вышиваю на новостроечке. Люди там строят, плитку кладут в ванной, а я вышиваю. И мне так хорошо, так хорошо. Супер. Геранька на окошке цветет. Ниточки на подоконничке валяются. Так хорошо, так хорошо. Ну, конечно, тут у меня походные условия для вышивки. Но мне так хорошо. Оп. На батарейке лежит схемка. Там будет диван бежевого цвета стоять. Ну, я решила посмотреть, как это будет в интерьере. Ну, красота же. А это наш новый житель. Я вчера ее купила и принесла на новоселье. Красотка, геранька. Жирная. И тут еще вот цветок собирается цвесть.